Когнитивные искажения – это ошибки, которые наш ленивый мозг совершает раз за разом. Чтобы проще запоминать информацию, быстрее принимать решения, тратить меньше ресурсов, все поступающие к нам данные фильтруются. Фильтры пропускают те новости, которые часто повторяются, ту информацию, которая подтверждает наш собственный взгляд на события, факты, которые проще всего запомнить из-за их абсурдности или яркой эмоциональной окраски. Фильтры отгораживают нас от окружающего мира и создают эффект мнимой правды. Наше поле зрения становится все меньше, и воспринимать новую информацию все труднее. Но хуже всего, когда такой информационный пузырь создается специально. По телевизору рассказывают о происшествиях в Европе и Америке, а события в Азии и Африке никому особо не интересны. В газетах особым образом освещают катастрофы, в которых пострадали дети. И, конечно, плохим новостям уделяют куда больше внимания, чем хорошим. Наша картина мира все меньше соответствует реальности. Замечали ли вы такой перекос в освещении событий? Возможно ли, на ваш взгляд, преодолеть свой информационный пузырь?